дня, шановні журналісти. Сьогоднішня прес-конференція має назву «Партія «Народний порядок» оскаржила до суду ліквідацію районних рад у місті Києві». Нагадаю, що 25 серпня, фальсифікуючи, порушуючи регламент, депутати Київської міської ради ухвалили звернення як рішення Верховної Ради, в якому вони просять Верховну Раду України внести зміни до закону про місто-герой Київ. І цими змінами ліквідувати, надати на розсуд, на відкуп депутатам, де-факто ліквідувати районні ради у місті Києві. Я спілкувався з багатьма нинішніми депутатами районних рад, вони досі не вірять, що таке можливо в місті Києві, тому що, як показує досвід, що дуже багато саме виборців звертаються саме до них з питань вирішення буденних проблем виборців. Також хочу звернути увагу, що це рішення, яке ухвалила Київська міська рада, воно по великому рахунку загрожує місцевому самоврядуванню в Україні. Нагадаю, що ось буквально вчора прийшла інформація про те, що в Харкові теж ліквідовані районні ради. Якщо подивитися дані статистики, чи точніше ті дані, які ми маємо по всьому світі по розвитку місцевого самоврядування, так званого магдебурзького права, то, наприклад, у Відні, це столиця Австрії, є населення складає 1,6 мільйона людей і діє 23 районних ради. Це при тому, що у Печерському райраді міста Києва один депутат приходиться на 4800 мешканців. Уважаємі учасники прес-конференції, в первую очередь я бы хотел сказать, отметить то, что партия «Народный порядок» – это молодая партия. Мы зарегистрированы всего лишь полтора года назад. И хотя мы не имеем в районных советах и в Киевраде ни одного депутата, но мы считаем, что ситуация, когда решения пытаются принять без мнения жителей столицы и открыто игнорируют мнение киевлян, не может оставаться незамеченным. Потому что если сегодня игнорируют мнение киевлян по поводу вопроса районных советов, то однозначно, что завтра и те проблемы, которые стоят перед жителями, они будут также игнорироваться, никто не будет заниматься их решением. Один из самых главных аспектов, первый, никто не может за киевлян решить, расформировать районные рады или не расформировать. Нельзя забирать у территориальных громад право участвовать в местном самоуправлении, потому что гражданское общество является неотъемлемым элементом демократии, и любые попытки нивелировать, ограничить участие граждан в процессе принятия решений, контролю за властью, они всегда приводят к негативным последствиям. Невозможно контролировать чиновников, когда у нас не будет представителей в районных советах. Это будет приводить к тому, что людям будет некому обратиться для решения их проблем, которые стоят перед ними каждый день. У депутатов существует такая возможность отправлять депутатские запросы, делать приемы граждан, проводить. Также решать вопросы, которые являются наиболее актуальными. Если не будет депутатов, мне тяжело ответить на вопрос, кто будет. Более нужно еще сказать то, что депутатов выбирают люди. Они доверяют им свои проблемы и возможность их, и необходимость их решения. Также, к сожалению, в данной ситуации украинские политические партии ведут себя крайне пассивно. Мы единственная политическая партия, которая обратилась с позовом в суд. И у нас существует впечатление, что оппозиция у нас находится, существует только на бумаге и на словах. Потому что также наши оппозиционные партии, которые себя позиционируют как ярые оппозиционеры, они никак не защищают киевлян и не проявляют себя в этом вопросе. Что мы будем делать в том случае, если суд примет отрицательное решение? Если суд примет отрицательное решение, мы будем обращаться в европейские инстанции, также в Европейский суд по защите прав человека. Также мы планируем пикетирование Верховной Рады Украины.